Значит, мы бы давно с вами уже сделали перерыв, но мы его с вами не сделаем. А он вам нужен вообще? Нет. Вы же не курите никто. Нет. Вот и молодцы. Или вы хотите, чтобы вот проветриться, что... Нет, ничего не хотите? Вот, и мне тоже хорошо. Да? Да. Да. Друзья, я совсем забыл. Я же сочинил еще пару песен на... Пару песен. Это хорошо. На стихи обалденного поэта из Одессы Бориса Херсонского. И их вот Каппадостера у меня нет. Смотрим кинозюка с третьего люка. Песня звучит так. Вот такие дела, становится больше тепла, на полюсе тают льды, становится больше воды, затопляются берега, где не ступала нога, крабы, клешни торчат из песка, помидоры горчат. Вязнет во рту, пора подводить черту. А ты сиди, говори, что куда ни смотри, всюду, где ты бывал, но обвал. Слепый поводырь, незачем нечем дышать, сиди, дружок, говори.